1 мая стартует очередной туристический сезон, в рамках которого Агентство развития туризма и информации Даугавпилса, Туристический информационный центр Краславского края и Агентство Даугавпилского края ТАКА приглашают каждого принять участие в особой акции «Даугава-Вену», которая состоится с 1 мая по 31 декабря этого года. Проведение акции, общий призовой фонд который составляет 2500 евро, возможно и в рамках актуальных ограничений из-за COVID-19. Идея заключается в том, чтобы параллельно с отдыхом на берегах Даугавы ознакомиться со знаковыми объектами Даугавпилса, Краславского и Даугавпилского края, окунуться в чарующую атмосферу городов и насладиться красотой природного парка Даугавослоки. Для этого необходимо сделать две вещи: получить туристический паспорт, который выдается в центрах туристической информации или скачивается с их порталов, а также сфотографировать обозначенные объекты и загрузить их в свои соцсети, используя хэштег «Даугава-Вену», указав название конкретного места. При посещении в этот особый паспорт будут ставиться штампы. Всего нужно посетить не менее 5 мест каждой территории, то и в сумме 15 объектов. После этого такой паспорт нужно сдать как в центрах туристической информации, так и в туристических объектах, участвующих в акции. Розыгрыш призов пройдет в 3 этапа. В каждом из них будет разыграно по 10 призов. Розыгрыши будут проходить в начале июля, первую неделю сентября и в начале ноября. Два главных приза – подарочные карты на сумму в 300 евро для роскошного гостиничного отдыха – будут разыграны в первую неделю ноября. В розыгрыше главных призов участие примут все туристические паспорта, полученные с 1 мая по 31 октября. Дополнительную информацию о правилах проведения акции, а также о начале сезона и туристическом предложении можно узнать в Даугавпилском туристическом информационном центре и на портале visitdaugavpils.lv. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.